Наши поздравления с победой игроку сборной Испании. И насколько эта победа стала неожиданностью для самих испанских футболистов? Our congratulations to your team with this victory. And do you expect such a magnificent victory that you win this game? We are here to train for the pre-Olympic. And it's only... It's a victory. It's not important to win. It's important to do a good job and to work and work and. Этот турнир является хорошей тренировкой для предолимпийского турнира. И в принципе победа для нас не так важна. Мы всего лишь должны работать, тренироваться для новых побед.